Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Разгустился над всей землей, зло свирепствует яростно. Люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истины Бог давно открыл истину. Хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуйте воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, нивы ждут своего жнеца. Каждый голос ты подними, к правде путь укажи. Столько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Я впереди, так не будь где-то позади. Не свой руки возьми скорей, сердцем ты не робей. Ты помазана побеждать, не сдаваться, но наступать. Дух Господень видна тебе, помни это везде. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи распора разрывай, людям
Спасителю путь прямой указывай. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно. Побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи распоразрывай. Людям ко Спасителю путь прямой указывай.